В окопах коммунального беспредела тротуары и дороги в городе раскапывали незаконно. Сегодня стало известно, что подрядчики Кировской теплоснабжающей компании рыли котлованы на улицах без разрешения. Чебоксарская компания, как установили в мэрии, перерыла таким образом около 200 объектов. Сейчас администрация города и полиция взяли на свой контроль работу недобросовестного исполнителя. Например, сегодня проверили перекресток улиц Свободы и Красноармейской. Здесь уже долгое время ведутся земляные работы, чтобы затем энергетики устранили прорыв труб. Раскопки не были согласованы с властями, разрешений на них никто не выдавал. Не в курсе оказалась и госавтоинспекция. За грубые нарушения на подрядчика компанию «Экосистем» возбудили административное дело. Виновника ждут штрафы на сотни тысяч рублей. Ездишь тут постоянно, да, тут раз, приходится разворачиваться, объезжать через несколько кварталов. Тут односторонние, там односторонние, приходится стоять в пробках. Сплошные неудобства. Компания «Экосистем» выиграла тендер КТК на обслуживание узлов учета в Кирове. По договору у них 175 объектов. Видимо, ни свое не жалко, решили в чебоксарской организации, и без права стали раскапывать улицы чужого города. Напомним, участок рядом с путепроводом в Чистых прудах, где дети вынуждены обходить раскопки по проезжей части, тоже их рук дело. Энергетики, правда, не могут расторгнуть с ними контракт, пока не будут выполнены все обязательства. Также сегодня стало известно, что директор КТК Дмитрий Яшин покинул свой пост. Что стало причиной ухода, слабый контроль за подрядчиками или неудачи на старте отопительного сезона, в пресс-службе не называют. Временно исполнять обязанности назначен главный инженер компании.